Тупые и еще тупее тупых. Какая, ребята, команда еще тупее тупых, вы решайте сами, напишите обязательно в комментариях. Также не забывайте, при достижении 1500 лайков по данным видеороликам, у нас с вами скидывается промокодик на целых 10 контейнеров. Рекомендую, ребята, вам подписаться на игровой канал ВГ. Заходим, подписываемся и смотрим его ролики, стримчики. Да, ребята, здесь очень много проходит стримчиков, выходят также интересные ролики, поэтому думаю, вам очень сильно этот канал понравится. Залетаем, заходим, ссылочка на него будет в описании. Также стандартный мини-конкурс от меня на целых 5 контейнеров. Для участия нужно будет подписаться на его канал и в комментариях написать свой игровой никнейм. Все. Всем привет, дорогие друзья! Да, это у нас вторая рубрика. Вот так вы меня замотивировали своими лайками и комментариями. Поэтому давайте, ребята, также под этим роликом мы берем кучу всего интересного, куча лайков, куча комментариев, и мы будем снимать такое очень частенько. Эта рубрика у нас тоже очень-очень старая. Я ее записывал по рофлу где-то примерно 2 или, может быть, 3 года назад. Называется она «Тупые и еще тупее тупых». Какая, ребята, команда еще тупее тупых, вы решайте сами. Напишите обязательно в комментариях. Также не забывайте, при достижении 1500 лайков по данным видеороликам у нас с вами скидывается промокодик на целых 10 контейнеров. Как только набираете косарик, промокодик будет на 5 контейнеров, ну и так далее. Думаю, ребят, все понятно, все ясно. Ну а мы сейчас начинаем эту рубрику. Суть у нас будет заключаться в том, у нас имеются просто максимально наркоманские сочетания. Типа, ну, Васп и Изида. Васп, типа, это я еще понимаю, да, чтобы на нем голды ловить, все четенько, все найсово. Ну, типа, пушка без отдачи. Тоже такое себе. Мамонт, в принципе, тоже хорошая пушечка. Довольно-таки... Ой, мамонт, говорю. Шафт, в принципе, тоже хорошая пушка. Можно всех убивать, всех ваншотать. Но мамонт для головоломства — это тоже дело такое себе. Но чтоб, как говорится, хоть какой-то шанс был у ребят, мы создали небольшую карту. Это у нас карта перекресток. Но, тем не менее, здесь есть некоторые точки, до которых у нас тупо мамонты, я так считаю и так думаю, не доедут. Но, опять же, мы будем соревноваться. Та команда, которая выиграет, она, соответственно, все из себя истязает все, как говорится, тупые мысли. Она у нас становится просто умной, умной командой. Она у нас становится четенькая. Поэтому, блин, там у нас за красную команду какой-то челик один вышел. Поэтому было бы хорошо, если бы он зашел обратно. Там в чатике вроде как ссылки у нас сливали. Поэтому, человек, если ты слышишь, в чатике там сливались ссылочки, заходи, чтоб никто у нас другой не зашел, чтоб все было четенько, чтоб нам не испортили эту рубрику, потому что чуваки у нас мега адекватные, соответственно, были. Так, ну все, чувак у нас уже зашел. Давайте, ребята, кидаем первый золотой ящик, самоуничтожаемся и погнали, поехали. Это у нас будет очень жесткое противоборство. Нам, соответственно, ребята, можно биться, и они в нас могут стрелять, и мы, соответственно, в них тоже можем стрелять. Мы их можем убивать всяко-разно, можем им минки всякие ставить, то есть можем делать с ними все, что по факту мы захотим. Так, пацаны, я врываюсь, давай, Васпик. Есть, синяя команда, ребята, плюс один золотой ящик. Так, ладно, мы будем шанс, ребят, давать, опять же, всем немножко самоуничтожиться, чтобы была возможность у всех брать на фул гирлянды это все дело, потому что у нас здесь, ребята, это, как говорится, не паркур режим, поэтому после каждого голда, пацаны, можете, если что, самоуничтожаться, чтобы у всех все откдэшилось, я буду ждать. Буду ждать, будем, соответственно, потеть и страдать и пытаться забрать эти золотые. Так, так, ребят, а вот это уже интересненько. Голдика на центре у нас, ребят, нема, как вы, наверное, понимаете, его нету. А, нет, он на центре все-таки, блин, вот это грусть, боль, печаль, тоска, и он с их стороны, с их базы. Ай-яй-яй, ясные дни, пацаны, как-нибудь зарешайте, что-нибудь сделайте. И кто это у нас берет? Это взял чувак с красной команды. Ну, блин, грусть, боль, печаль, тоска, конечно, немножко печали, немножко грусть так получилось, но, тем не менее, ребята, счет у нас уже становится 1-1. Интересненький такой раунд будет. Ладно, ладно, записали, как говорится, записали. Окей, следующий золотой ящик, а это уже наша база, вот это мне нравится, вот это, как говорится, нормальная тема. Так, шепотные граждане, подсмешники, я, ребят, пойду, у нас тупо как мясо на убой, поэтому я сейчас буду у нас тупо всех убивать, всех страдать.
задать. От одного я, как говорится, челика у нас уже избавился. Давайте избавляемся еще от других чуваков. Так, я играю, ребята, чисто у нас на команду. Так, это кто взял? Это взял у нас синенький, наконец-таки. Так, да-да-да-да. Это хорошечно, синенький взял. Счет пока у нас 2-1, нормально. Но это, знаете, пока такой себе счет. Прям такой себе счетик. Потому что у нас что-то как-то хлюпенько. Нужно вырываться. Нужно, ребята, однозначно вырывать свою позицию. Так, вот теперь на центре точно нету. Вот теперь, ребята, это у нас голдик не центральный. А, я вижу, какой это будет голдик. Это будет голдик очень-очень бородатый, да, голдик. Голдик прям, я бы не сказал, что он крутой и найсовый. Я бы даже сказал, что он немножко поганенький, ребят. Потому что этот голдик под названием «Грусть, боль, печаль, тоска, обида». Кто? Красненький взял? Да вы рофлите! Это же был 100% типа голд синих. Да господи, блин, ладно. Счет 2-2, я вас понял. Не, смотрите, они, как говорится, тоже у нас настроены на победу. Я вас понял, я вас услышал. Окей, идет у нас уже 5-й золотой ящик. Ой, счет, не счет, а голдики, ребята, будут с нашей стороны. Так, хопочки. Вот такую плюшечку я вам немножко подготовил. Плюшечка, ребята, подготовлена, как говорится. Давайте драгона немножко мы... Ой-ой-ой, убиваем и стреляем. Убиваем, как говорится, пацаны, и стреляем. Не, ну это, как говорится, да, это вот не взять бы этот золотой ящик, это было бы вот действительно скотство с нашей стороны, потому что это был изи. Он тем более был с нашей стороны, и еще как бы мы там полетели. Мы на самом деле и тут должны были голд брать, но там что-то, ребят, как-то немножко не свезло, не повезло. Где-то мы там, как говорится, ребят, споткнулись, где-то что-то неправильно сделали, и у нас что-то пошло не так. Так, пацаны, не забывайте минировать, не забывайте минировать, потому что они минки ставят, дай боже, как круто, дай боже, как хорошо, поэтому у них же еще и есть шафты, которыми они нас могут ваншотить. Поэтому, ребят, давайте. Спустились, миночку поставили, засрали, как говорится, и пошли у нас, пошли. Пошли, пошли! Хорош, 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 хорош. Опять наш, ребята, наш. Наш родненький, мочь его синенький взял. Я не знаю, я болею как за какой-то футбол, что ли. Потому что, ну, серьезно, интересно, кто же поставит. Мины ставьте, да-да, пацаны, мины нужно ставить. Так, это у нас уже, ребята, 7-й золотой ящик. И о, вот это, кстати, очень плохо. Вот это, ребята, прям в шпире нехорошо. Потому что... А, братан, отойди, там... Эй, а кто сбросил еще один золотой ящик? Ну что же вы, пацаны, так делать? Не надо кидать золотые беки, потому что они у нас не будут идти в зачет. А, вот этот как раз-таки голдик у нас взяла красная команда. Так, но этот золотой ящик, ребята, у нас не будет идти в зачет, поэтому его мы с вами не считаем. А счет там у нас какой до этого был? Был 4-2, а сейчас счет стал 3-2. Так, этот голдик у нас в зачет не идет, все четенько, все нормально. Все у нас отреспаунились, да? Так, ну, вроде как бы да. Или нет, или я не знаю. Так, ладно, бог с ним. Кидаем еще один золотой ящик. Ой, это центральный центр, ребята. Этот голдик у нас под названием центральный центр. И это не очень хорошо, это не очень круто, потому что у меня еще все залагало. Господи, это что сейчас были за лаги, такие баги? Так, ну, я надеюсь, у меня мина там поставилась в том моем месте, да, прикольным, хорошим. И вместо прикольного... Нихера себе, вот это бабах там был. Так, ладно, я, ребята, сосу. Я сосу, но я не отсосал. Пожалуйста, синенький, живите, живите, пожалуйста, пожалуйста. Да! Детка, блин, ну извините, у меня аж слюни матершины полетели. Я сейчас записываю, у меня прям слюна такая. Ну, знаете, не слюна, а типа капельки такие бывают, вылетают. Так, в итоге счет у нас уже какой? 5-3, да? Вроде бы счет пока 5-3. Читак, навряд ли читак, там, скорее всего, просто всех друг к другу прижимают. И это у нас уже 9-й золотой ящичек. Я пока не вижу, где он будет. Где-то, походу, на боковинках, да? Или на центральном центре. Ой, он на центральном... Ну, как на центральном центре? В говне он, короче, ребята. Так, ну, смотрите, Вайдерс дорешает вопрос... Кто? Синий, хорош! Хорош, тупо! Сила, пацаны, тупо сила. Все-таки мы свое звание забираем. Все, мы теперь не тупые. Потому что остался у нас последний золотой ящик, но он, как говорится, уже ничего не решает. Но мы его, ребят, все равно сбросим, скинем. Это у нас получается счет уже 5-3 или 5-4, да? Что-то в этом духе.
Так, или 6-3 счет. Так, давайте. Последний золотой ящик. Не, ну, мне кажется, мы сейчас синенькие должны его отжалить и сделать. Давай, давай, пацаны. Еще синенькие его отжали. Блин, я не знаю. Просто вот перед тем, как мы подведем итоги, ребят, перед тем, как мы подведем итоги, в прошлой такой битве у нас выиграли как раз-таки мамонта шафты. Кто бы там что ни говорил, что карта изичная, типа на вас, как вообще изи у нас отжимать. В прошлой, ребят, такой битвы у нас выиграли, насколько я знаю, мамонта шафты, потому что они там делали тактики жесткие. То есть они приезжали, окружали полностью точку и отстреливали как раз-таки маленьких васпиков. Я специально это, ребят, не говорил. Типа, переодевайтесь. Я специально это не говорил, чтобы они тактики свои не делали. Типа, думал, додумаются или не додумаются. У нас-то у васпиков тактики вообще никакой нету. Мы чисто ходим, страдаем. Единственное, какая у нас тактика есть, это минки ставят. Вот единственное, что нам нужно было сделать, это как раз-таки миночки. Ну, мы их, соответственно, и ставили. Ладно, ребят, вот такое у нас получилось... рубрика интересная, я надеюсь, она вам понравилась. Если так, обязательно ставьте ему свои царские лайки, также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока!